Частный дом в Октябрьском районе Самары. На протяжении нескольких месяцев здесь, по данным полиции, изготавливали опасный наркотик. Долгое время двое приятелей-наркохимиков пытались найти рецепт зелья. После того, как это удалось, приступили к его употреблению и продаже. По себе сейчас что-нибудь запрещенное имеется? В правом кармане. Пальцы покажите, пожалуйста. Еще раз покажите. Уберите. Достаньте нам на ладошку, покажите, что там у вас. Еще амфетамин есть в адресе? Есть. При личном досмотре и обыске дома полицейские обнаружили 70 граммов амфетамина и более 200 граммов вещества, необходимого для его приготовления. Дело возбудили по двум статьям Уголовного кодекса. Часть 4 статьи 228 предусматривает максимальный срок наказания до 15 лет лишения свободы. А с учетом того, что данные лица ранее не привлекались к уголовной ответственности, однако сами являются потребителями наркотиков, здесь как бы все будет зависеть от того, насколько они будут сотрудничать со следствием. Если они заключат досудебное соглашение, то, конечно, срок у них может быть как минимум в два раза меньше. Сейчас задержанные находятся под стражей и ожидают суда. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.